Здравствуйте, мои дорогие телезрители. Вы все сейчас приникли к экрану ваших телевизоров и правильно сделали. Вы когда-нибудь бывали на рынке? Исчезла моя дочка. Я найду ее. Эх, везет же этому парню. Я очень хорошо понимаю. Начнем с 8-битного формата. И, может быть, некоторые из тех игрушек, о которых я буду сейчас рассказывать, есть у вас дома. Посмотрим. Сегодня на дворе 5-й год, октябрь месяц, осень месяц, и у меня на столе 3 картриджа для 8-битных приставок. Молодцы, ставок. Они... Годзилла. Virtual Zilla. Это довольно неблагозвучное английское название игрушки, идет вразрез с тем, что она очень простая. Вам действительно в прямом смысле слова предстоит прорвать зады своей далекой цели. Я впервые прорвал зад. Она умеет прыгать, я не буду говорить как. И снова моя реакция подвергается испытанию. Мне нужно за 3,5 секунды кончить. Старт, внимание, марш. Есть! 3 секунды ровно мне понадобилось, чтобы кончить. На китайском, конечно же, языке написано А снизу, по-нашему, написано «Пошел нахуй!», чтобы освободить место для 16-битных монстров. Всем привет, с вами Дмитрий, вы смотрите 2-й выпуск 2-го сезона шоу «16-бит тому назад». Пока. Эх, везет же этому парню. А сейчас я приглашаю вас в супернинтендовский формат. В моих руках оказывается картридж Астерикс и Астерликс. Так сказать, в настоящей жизни. Ну, смотрим. Игра просто великолепная. В воздухе развешаны вот такие кирпичики, похожие на кирпичики, которые я в свое время ел в пионерском лагере. Тогда их давали всего по 2 штучки. Здесь Астериксу их очень трудный уровень, невозможно увернуться. Великолепный баскетболист Майкл Джордан переквалифицировался в киллера. Впрочем, ничего нового. Пока.